От профессиональных дезинсекторов не скроется ни один уголок парка. С помощью специального оборудования, химраствором для людей и животных, он безвреден уже через сутки после распыления, покрывают все участки газона, чтобы после окончания особого режима самарцы смогли гулять в парках, не опасаясь клещей. Особенно в весенний период сейчас все клещи, если они есть, они находятся в лесной подстилке. И поэтому мы обрабатываем подстилку. Не деревья, как многие думают, а именно лесную подстилку. То, что клещ, в принципе, при нормальной даже ситуации, при нормальных условиях развития, он выше 25 сантиметров не залазит по высоте. В этом году от клещей в Самаре обработают порядка 90 гектаров. В плане 152 объекта. Это парки, скверы, бульвары, набережные, транспортные развязки. Даже если изначально клещей не было, профилактическая обработка все равно нужна. Территории обследуют до и после работ. Повторная проверка проводится через неделю после обработки. Хороший результат – не более одного клеща на 2 километра. После обработки непосредственно проходит определенное время и делается еще контроль качества, то есть повторное инсектицидное обследование. В случае, если будет обнаружено еще раз клещи, то повторная будет обработка проведена в этом порядке. Полностью завершить обработку планируется до середины мая. В городе идет борьба и с грызунами. Первую обработку уже провели, следующая запланирована на осень. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, «События».